Привет, меня зовут Саша Ковтуцкая, и это влог «Ивенты в большом городе». И сегодня, как обычно, поговорим о планах, чем заняться в свободное время, какие интересные ивенты вас и меня ждут, а пока заваривайте вкусный чай или кофе и хватит сидеть дома. Честно, я взяла на себя эту важную миссию – сделать вашу жизнь более интересной, и стараюсь сделать это максимально безболезненно, уж поверьте, поэтому жду фидбэк от вас в комментариях внизу. 29 сентября в Одесском художественном музее прошло бесплатное воскресенье. Очередь из людей собралась настолько грандиозная, что ее даже сравнивают с очередью на городской рынок еды, который только открылся. Было безумно интересно, классно и, как всегда, атмосферно. Смотрим. Эта неделя стартанула с бесплатного кинопонедельника в Urban Music Hall. Смотрели фильм «За ветром» о молодой паре, которая сбежала в Альпы подальше от мирской суеты. Но и здесь, в тихом уголке, они столкнулись с непредвиденной проблемой. Давайте смотреть, как это было. Wir müssen es nur aus einer anderen Betrachtungsweise sehen. Zieht endlich den Stecker aus dem Gehirn, steckt den Kopf aus, lasst ihn nicht mehr funktionieren. Vediamo tra 20 minuti per la terapia di gruppo, va bene? Sì. Massimo, chi vuole raccontarci un po' del suo passato? Compriamo da lui, dai. А пятница запомнилась нам невероятно интересным ивентом – космическим вечером, и это в прямом смысле. Астрономическая обсерватория – это место, где через телескоп можно увидеть Сатурн, Юпитер, кратеры и вулканы Луны, а может еще и следы внеземной цивилизации. Вход платный, но стоит всего 90 гривен, и это, поверьте, того стоит. Что дальше? В субботу, 5 октября, в ДСК «Порт» можно будет прочувствовать технокультуру в саб-юнит. Этот ивент назвали экспериментом свободы в интуитивном творчестве и отсутствии пафосных барьеров. Начнется рейв в 12, а вход платный. Поэтому берите с собой друзей и отдохните по полной. Если вы больше тащитесь по культуре, то в этот же день в 5 вечера в Музее современного искусства состоится встреча с режиссером Георгием Делиевым и кинопоказ комедии «Одесский подкидыш». Вход свободный, поэтому остаться дома точно будет ошибкой. В воскресенье 6 октября в 7:30 в Центре творчества «Кампус» пройдет сказочный перформанс по мотивам сказки «В стихах» Филатова. А ребята, которые участвуют в нем, постараются ответить на вопрос, может ли быть то, чего не может быть. Вход по системе Free Donation, платите столько, сколько посчитаете нужным. Для тех, кто хочет просто отдохнуть и насладиться последним выходным на неделе, советую коктейль Night в арт-кафе «Шкаф». Вход свободный, а на вкусные напитки будет скидон, поэтому берите друзей или любимых и наслаждайтесь. Понедельник, 7 октября, в Urban Music Hall продолжаем смотреть не киноновинки, а старое или не совсем доброе кино. На этот раз комедию «Мой парень псих». Вход бесплатный, но заранее нужно зарегистрироваться. Ссылочку оставлю вам в описании под видео. И, девочки, не приводите с собой психов, берите достойных парней. В среду, 9 октября, всего за 50 гривен можно будет посмотреть моноспектакль «Осень» в театре на Чайной. Я вам гарантирую 45 минут удовольствия и просто интересного пастайм. Можно прийти и самому, чтобы побыть наедине со своими мыслями, но ведь гораздо интереснее потом обсудить и разделить эмоции в компании друзей. Пусть даже они и не истинные ценители такого искусства. А на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за ивентами. Обняла!